Здравствуйте! Приветствую вас всех на канале Алена Поигрёна. А у нас Silent Hill 2 ремейк. Мы продолжаем, как говорится, мучиться, искать стрелочки, ходить по комнатам и все такое. А в прошлый раз мы нашли часовую стрелку. И теперь имеем право пройти куда-нибудь дальше. Например, вот сюда. Потыкаться, как обычно, в закрытые двери. Это наше любимое все. Получить, скорее всего, где-нибудь похлебало. А, нам сейчас птичек, да, искать? Да, по-моему, сейчас загадка с этой... С весами для птичек. Это все замечательно. Где это было? Что я взяла пилу? Но я ее, пожалуй, поменяю. А то она меня опять где-нибудь испугает, я обосруюсь, все будет замечательно, все будет прекрасно. Впрочем, ничего нового. Так, нижний шкаф тут неинтересно. Это закрыто. Мы поняли, что это закрыто. Вот это вот как раз те самые птички, которые нам надо найти. Тут, видимо, товарищ, который любит птичек, я не знаю. Да, ну нет, это что, сейчас уже? Совать руки куда угодно. А. А, ладно. Ну, погнали. Утро добрым не бывает. Оно начинается с того, что мы засовываем руки не туда, куда надо. Не успела, значит, успела получить. Так, одна птичка есть. Теперь мне надо выйти. Джеймсу надо выйти. Так, я перезарядилась. А давай я это сразу поставлю. Потому что какая разница, делаю я это сейчас или чуть-чуть попозже. Подхиляйся. А чё у вас тут такой резкий ремонт как-то? Как-то все так пообветшало. Как-то все так по... Да. Пообломалось. А я вообще где? Качели. Ладно, надеюсь, что хоть не психологические качели. И на том спасибо. 209. Я думала, ты сейчас скажешь, что... Твою налево, что так пугать-то, господи. Я уже забыла, что тут вот это вот. Вот это вот все. А, тут дыра, я понял. Загадка дыры это... Да возьми. И не стесняйся, бери все, что тут валяется, и не валяется тоже. Блин, обои, ну конечно, спасибо. Так иди, и обосраться нужно. Спинку потереть. Какой?
Плюй давай. Сложный враг. Но, блин, но в узких пространствах это ж прям беда. Просто беда бедовая. Он тебя зажимает, он в тебя стреляет, и ты не можешь никуда двинуться, потому что... А куда? А как бы и некуда. И все. Судя по тому, что сначала радио заработало, потом оно затухло. Так. Конечно, не обязательно, но... Плюс путь к отступлению — это плюс удача. Ни хрена ты, блин, слилась. Вон, силуэт ног, видите? Я получу похлебалу. Стоять! Вторая! Я надеюсь, никто не зайдет. Спасибо. Спасибо, найдено лебедь. Лебедь. Отлично. Отлично. Хорошо. Тогда, тогда вертухаемся. Если мы тут все, то мы вертухаемся. Что тут у вас бежит, я не понял. Так, ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням, где мои качели? Около Ганнина. То есть мне сейчас просто прямо и обратно? Это что? Или куда? Ну, верно. Да пошли, и что тут? Вот это вот? Ну да. Так, давай. Ну вот, это какое-то слишком простое решение, на самом деле, ну да ладно. Я не то чтобы против, не хватает там страдать от других зажатков. О! Мое любимое, падать в дыру. Даже ничего нет, серьезно? Сигаем! Прыгнуть! Сигаем! Так. Я где? Я кто? Я зачем? Первый этаж. Кстати, у меня вопрос.
меня офигенный просто вопрос. А в чем разница? Что? Опять-таки, я не распознаю, потому что, прошу прощения, но в оригинал я не играла. То есть, если тут какие-то памятные места не связаны с оригиналом, то я не выкупаю. Вот максимум там вот. Первое место, где Джейн встретил врага, вот это я знаю. Вот это я помню. Или там, допустим, лестница наверх в городе где-то там чуть-чуть дальше будет. Тоже памятное место. Я уже точно не помню, с чем там связано в оригинале, но просто помню, что была там такая лестница в оригинале. Как говорится, подтверждаю, видели. Так, мне не очень сильно нравится этот коридор, но какие у меня, блин, варианты. Вариантов у меня, конечно, не то, чтобы сильно много. Много. Какой этот... интересный дизайн локации. Ты из говна возвращаешься... Нормальный такой, более-менее адекватный дизайн. Бутылка прогрузилась, молодец. Какие за тебя рады. А? Что-то какие-то эти... Пейзажи, блин, резиденты четвертого. Не то чтобы я жаловалась, просто отмечаю про себя. Так, а тут что? А, я понял. Тут у нас... Да. Оу. Это ты. Да. Я Джеймс. Анджела. Анджела. Окей. Look, I'm not sure what you're planning, but there's always another way. Really? What's the point? It's easier just to run. Maybe it's all we deserve. We? Me. You. We're all the same. I'm not like you. Are you afraid? Sorry. It's okay. Did you find your mother? No. Not yet. Did she live here? In this building? I don't know. So all you know is that she lived in this town? What did you say? How did you know that? I just figured, because this is where you're looking for her. How else would I know? Yeah. Sorry. Did you find the person that you were looking for? Not yet. Her name's Mary. She's my wife. I'm sorry. Oh, it's okay. I don't know why I think she's here. She died 3 years ago. She's dead? Oh, don't worry, I'm not crazy.
least I don't think so. We have to find my mama. Should I go with you? This town really is dangerous. Now I know what you meant back there in the cemetery. No, it's okay. Besides, I'd just slow you down. What about that? Will you hold it for me? Sure, no problem. If I kept it, I'm not sure what I might do. No! I'm sorry! I've been bad! Please don't! Ключ только с ними. Вот такая она немножечко странненькая. Еще я хотела поугарать. Вот, отражение какое-то странное напоминает графику 2001 года, блин. Ну ладно. Это, видимо, из-за того, что настройки графики понижены, и это отражение такое. 2D. Я немного пролагаю. Так, я что-то хотела сделать. А, да, я хотела. Так, был в квартире 109, где встретил Анджелу. Спасибо. Когда я ее уже успела подобрать? А, я в туалете же копалась. Ну да. А я сейчас просто наверх пройду или что? У меня были какие-то мысли, пока я смотрела ролик. И мои мысли тут же улепетывают, как только я перестаю что-либо смотреть, начинаю думать уже о другом. Вот. Все это, конечно, очень интересно и очень заманчиво, но нам надо шлепать дальше. Вот. Сказать, что после этих звуков я обосрался, это ничего не сказать. Потому что я на самом деле обосрался. What the fuck? А, это вот это? Так, а еще, кстати, да, я начала думать мысль. У меня был вопрос, почему Blue Creek, жилой комплекс, очень сильно похож на жилой комплекс Woodside? У меня прям очень... Вот он прям вообще зеркально похож. Это очень сильно похоже на этот, на двор, в который мы выходили, если кто-нибудь помнит. Так, эта штука закрыта, а пока мы не нашли все части часового механизма. Ну да. Ну он прям вообще, как говорится, не один уж в один. Очень-очень похож. Так, вот это место в прошлый раз что-то как-то очень сильно не понравилось. Что-то как-то, да. Так, вот еще что на этот раз по это, о пламени Александра Стрелка. Мне вот интересно. А имеет ли какое-то отношение к этому ко всему? Вот эти партитурки. Так сразу выпрямился, вроде бы. Ладно. Так, сейчас будет не заблудиться и чей. Внезапно, случайно, не от
подхватит. Потому что почему бы и нет? Подхватить лещей, это, как говорится, всегда. Что? А, там эти мы. Вместе навсегда. 208. Комната 208. А что это? А что за комната? Что там было в этой комнате 208? А, вот сейчас тут будет место, кстати. Мы на него поднимемся. Я первый раз, когда сюда поднялась, я думала, я пересрусь. Объясняю почему. Потому что вот это место очень сильно похоже на место, где... Блин, по-моему, как раз-таки происходит первая стычка с пирамидоголовым в оригинале. В оригинале. То есть прям очень, прям очень похоже вот это место. И там бегаешь, как угорелый, и по клочку, блин, земли 5 на 5. Ну, грубо говоря. Вот. И я такая, да, ёж, крыла, серьезно. И как я тут вообще должен что-то это... Так, мы вышли на второй этаж. Да, мне надо вот сюда, куда я поняла. И такая, нет, ну как так-то? Ну ведь это так не должно быть. Я еще... Здрасте, женщина. Я еще не готова к этому, ко всему дерьму. Я что-то... Подождите, у вас тут что, тоже обстановочка что-то сменилась? О, дверь открылась. А чего мне дверь открылась? Зачем? Не, я помню, я там что-то искала и нашла. Ну что это ничего, я не помню. Наверное, ничего. Наверное, я ничего тут не нашла в результате, да. Как-то так. Я такая, да, блин, да не надо, ну зачем? Какой? Вы вообще о чем? Какой первый до кого? Я не готова к этому вообще. А оказалось, что нет, это просто байт. Это просто место. Так, скороход запнулся и летит в низину. За что-то зацепился и застряв на середине. А, это вторая стрелка, я так, насколько понимаю. Запнулся и летит в низину. Ну, у меня есть вариант. Что я тут пока бегала, блин, запуталась с этими дверьми. И первый раз я после второй стрелки оббежала еще раз все, что только можно было оббежать. И только потом я поняла, что, оказывается, открылась вот эта вот дверь. Ну, говорится, бывает в жизни огорчение. Да ну нет, это же такое! Я чуть-чуть понизила звучка, и я подготовила блокнотик, между прочим, тут уже пошли, господи, деление, умножение, спасибо, я же так это сильно люблю. Два, блин, вот четыре. Так, подожди, а я, по-моему, где-то это писала. Да, луна, череп, луна, глаза. Интересно.
Так, пока у меня получается 4-4. 4-4, череп один. Еще две луны, один глаз, 5 глаза. Погнали. Я просто не знаю, тут устойчивое количество чего-либо или неустойчивое. Меняется ли оно в зависимости от сложности или не меняется оно в зависимости от сложности? Это, по-моему, никого нет. Так, извините, к чертям собачьим. Ну, похоже, такое же количество. Так. Да, череп 2, луна 8. Ну все. Значит, количество не меняется, а вот вычислительные, так сказать, моменты не меняются. Ладно, погнали. Ладно, погнали. Так, вот теперь самое главное не обосраться и понять, что тут от тебя хотят. Значит, луна плюс череп. Луна плюс череп, так. Сейчас, ведь это же получается 10 минус 5, 5. Первое это 5. Наверное. Сейчас моих вот вычислительных мощностей хватит. Значит, 5 на 2, 10, 2. Ну, ладно, пока хватает моих вычислительных мощностей. Так, значит, первое, что у нас в скобках. Череп. И луна опять 10, 10, 9, 2. А в чём такое? А я даже как этим калькулятором не использовала. Вы чё, знаете? Вы чё? Вы чё? Вы чё? Вы чё? Серьёзно? Я даже калькулятором не воспользовалась. А это точно высокий уровень сложности? Я ведь даже посчитать смогу. Пихать руки! Да! Пихать руки куда угодно, да! Давай, 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 давай! Положили, не добавили случайно. Очень-очень мало. Я опосеренькался, знаете почему? Обратите внимание на стену. И этих швов не было. Швов, блин! Разрывов. Этих разрывов не было. И только один персонаж может оставлять такие разрывы. А эти женщины подходят, да? Они все ближе, ближе, подбираются. А еще я что-то хотела сказать, очень-очень умное. Стоять, а вот это что? А, это, по-моему, тот же самый вид, такой немножко каратус. Немножко, совсем чуть-чуть. Прям чуточку, чуточку, чуточку. Опа. Как летит время? Как летит время? Ну, как-то, видимо, летит. Так, как летит время? Теперь мне осталось только распознать. Подруга этих молодцов стояла и считала. Я обошла вот эту вот хрень. Вот как это быть? Я обошла на 25 или на 5 отстала? Чего, блин? Вот она там сейчас куда-то, по-моему, вниз. Да стой ты. Блин, сколько вообще? Я обошла на 25. Чё-то я ни черта не понял.
хорошо, что тут можно методом перебора, и я хотя бы не чувствую себя тупой. Ладно. Ну... Что поделать? Короче, прёмся. Если бы первый раз мне кто-нибудь сказал, что в битве с боссом можно не мучиться, то я бы не мучилась. А, мне кажется, я не подбирала это памятное место. Скорее всего, потому что я решила, да ну нахрен мне подходить к этому этому, когда я могу не подходить к этому этому. Так, стой. Мне немного развернуться. Ну шо, погнали. А вот и двор. Ну, который... Спасибо, вот ты, конечно, блядь, вовремя залагал. Отлагай. Нету лута на арене. Серьезно? Музыка, ты что меня стращаешь?
хрену, блин, 50 раз, 50 кругов пробегала. Вообще, пусть там все. Так, пошли отсюда, я ничего не сейчас. Голова где я? И что я? Без единого патрона. Без единого патрона, но меня схватили. Кстати, в прошлый раз он меня не хватал. Так что я увидела что-нибудь новенькое. Да, это спасибо. Так, мы же там куда-то, кстати, бежали. Роузвотер парк нам, по-моему, да, нужно? Нужен. Нужен нам Роузвотер парк. Так, ну ладно, уж симулятор мусора, мусорщика я тут не буду, конечно, устраивать. Вот, мы, получается, в эту дверь пытались запихнуться, напоминая там вон, бассейн, в котором я забрала одну из монеток. Ну это так, если вдруг кто-то не очень понимает, что происходит и где мы находимся, то мы идем в Роузвотер парк стоит. Мы идем. Неужели, как говорится, мы куда-то движемся? Эти апартаменты? Ну, не то чтобы душные, я бы сказала, больница душнее. Больница будет дальше. После Роузвотер парк. Приветики. Hey, it was you, wasn't it? You're the one who stepped on my hand. Maybe I did. Or maybe I didn't. What's a little girl like you doing here anyway? I don't know. What's a big dum-dum like you doing here anyway? Hey, that's not very nice. Did your parents teach you any manners? What you got there? None of your business. You didn't love Mary anyway. What? Hey, wait! How do you know her name? Марта! Марта! Откуда ты знаешь это имя? Извините, но я должна была пошутить. Можно меня так попугать, пожалуйста? Так, Роузвотер парк. А проще говоря, лабиринт из зарослей. И зарослей. Так. Да, спасибо. Вот ладно бы ты там еще подбирал шприцы, которые в коробочках лежат. Ну, это еще куда ни шло, я не знаю. Ну, типа, ну, наверное, они стерильные. Ну, наверное. Я бы даже ей не стала доверять коробочку. Ну а когда просто на какой-то рандомной лавочке, хрен пойми какого, блин, парка, валяется какой-то шприц. Джеймс, ты меня удивляешь. Добро пожаловать в Silent Hill. Так уж четвертое видео, как добро пожаловать, ну ладно. Здесь у озера всегда тихо, спокойно. Мы всегда рады гостям. Очень гостеприимный город, я смотрю. Забудьте про рабочие задачи и позвольте себе полноценно отдохнуть. Среди величественных гор разбросаны уютные домики, а закаты на острове Толука поражают переливами неземных красок. Silent Hill не оставит вас равнодушным и наполнит сердце спокойствием. Мы точно знаем, визит в Silent Hill будет удачным и оставит о себе воспоминания на всю жизнь. God damn, you're right! Это просто... базару ноль. Куда ты там? А, ну да, кстати. Mary, could you really be here? Maybe. Maybe, да. Патрик Честерсон Эдварда сражался и умер за народ, за свободу, за наше общее будущее, память о нем жива.
всадник без головы и без лошадиной головы. Все это прекрасно. Я, кстати, не знаю, есть ли тут что-то еще, но, по-моему, нет. По-моему, нет. Ну, во всяком случае. В прошлый раз, когда я здесь бегала, только одну пачку патрон нашла. И вот это вот удивительное место. Но это не точно, я могла что-нибудь пропустить вообще с легкостью. А, ну вот еще, пожалуйста. Вот еще, пожалуйста, подружки. Мне нравятся, какие тут перепады, грубо говоря. Ну, это, конечно, не есть хорошо, это не есть приятно с психологической точки зрения, но я же понимаю, что разработчики таким образом играются с нами. А в эти штуки посмотреть не буду. Что вот у тебя, грубо говоря, эпизод напряженный, требующий от тебя фокусировки. Ну, ладно, допустим, битва с пирамидоголовым, я в курсе, что она скриптовая, и за нее можно вообще ничего не делать. Как говорится, мне это дело проспойлерили, спасибо, ну ладно. В памяти 67 людях, что стали жертвой болезни и спят теперь на дне озера. Вот, это, собственно, как говорится, в разговор о том, где были ответы на викторину. Одна это вырезка из газет, вторая это карта, и третья это памятник. Вот. Я же говорю, я знаю, потому что я читала, потому что я смотрела. Я знаю ответ. Другое дело, что я не получила свой подарок, потому что я не нашла, где его искать. В смысле, я вообще про него забыла, и все. И в последние часы прохождения мне уже было так чуть-чуть плевать. Здравствуйте. Здравствуйте. Прекрасная дева. Мэри? No. You're not. Do I look like your girlfriend? Your voice, you could be. My name is Maria. I don't look like a ghost, do I? See? Warm. Sorry, I got confused. Hey, where are you going? I need to find Mary. Didn't you say she died? Yeah, 3 years ago. It's just, I got a letter from her. A letter? I know how it sounds. I don't. Hey, it's okay. So, what did the letter say? She said she was waiting for me in our special place. And that's here? Anyway, I haven't seen her. Is this your only special place? I don't know anymore. There was something. I can't quite. Hey! I think I might know. I mean, there's this one place. Not far from here. What kind of place? The kind two lovers might call special. I can show you if you want. Unless you have somewhere else to be. Something else to do. Hey, easy there. I'm just messing with you. Come on. It's this way. You're coming with me? Can't you just tell me where it is? You're
you're just gonna leave me here? Alone? With all these monsters around? No, I just... Is it because I remind you of her? You loved her, didn't you? Didn't you? All right, just... Come on. So it's okay? Yeah. Забавно, что он смотрит, вернее, сейчас смотрел, сейчас, наверное, уже не видно будет. Да, подожди. Да, сейчас уже не видно, просто было все туманище. Там показывали свечение сквозь туман. И это же свечение будет потом позже, когда мы сквозь туманище будем пробираться к... Что там? Отель? К отелю. Прикольно. Вот, блин, вот ради того, ради вот таких вот деталей можно проходить эту игру второй раз. Типа, ты первый раз прошел, такой, типа, а, чё? Ну, как бы ты в историю вникаешь, и такой, типа, блин, сильно больно. А второй раз играешь, и такой, вау, shit, man. И я просто этого там каких-то деталей не замечала, типа... Так, а вот это вот намек на вот это, а вот это намек на вот это, и вот это намек на вот это. И ты такой, блин, разработчики, вы классные, вы знаете об этом, да? Блин, короче, у меня что-то было, как обычно, ну ладно, если я это потом вспомню, я потом об этом же, конечно же, скажу, ну, при условии, если я вспомню. Но это не точно. Wanna take a breather? What? I know, I just... Sorry, I'm just a bit preoccupied. It's fine. You know, if there's anything you want to talk about, anything at all... No. Let's just keep moving. А, вот что я хотела сказать. У Машки самые забагованные волосы. This place we're going to, what is it exactly? It used to be kind of a special place for young couples in these parts. I think it's easier if I just show you. Я вообще на самом деле думала, что вот типа тот клуб, в который она нас приведет, это и будет special place. А оказалось нет. Who is that? Just a woman. Killed for no real fault of her own by moral upstanding folk. Как обычно. Common theme, I guess. What do you mean? In history, you know? Ну да. Жертва гонений. Джен Кэрол жила честно и достойно. Да не забудут ее во веки веков. Да не забудут, да не забудут. Это же смотри. Так. А вот это, кстати, по-моему, выход, да? Тогда я зря там как-то не зашла. А надо было. Что-то еще было. Но это не точно. Дом так далеко. Дом весьма далеко. Так, мы здесь вышли, да? Ладно, сейчас я тут тогда срежу. Где там это этот ваш сральники, где эти ваши? Нет, в другой стороне. Вот.
заходишь сюда в трубу. А, ну потому что он женского лично. Просто я знаю такую фигню, что она не заходит в мужской туалет. Вместе с Джеймсом. Но это так, я не знаю, зачем вам эти детали, но вот они есть. Вот они есть. Моя красота. Неописанная. Бегит. Бегит за мной. Ну, хоть одна женщина за мной бегит. Так. Просто. Просто потому что могу. На самом деле я просто хотела проверить, можно ли разбить это стекло. Просто резко стало интересно. There. We can go through. Да, нам вон туда. Но мы туда не пойдем. Мы сейчас сначала полутаем машиночки. Полутаем, полутаем. Startled me. Ты меня пугаешь тем, что ты кричишь. Давай не будем больше, окей? Но она меня не слышит, поэтому окей, не сработает. Я вообще на самом деле... А, кстати, да. А, что, серьезно? Можно было поднять... да ладно! Да ни хрена ж себе! Но прикол в том, что я в прошлый раз нашла домкрат. Ручку, вернее, для домкрата. Но я так и не знала, куда ее привезти. Я, короче, с ней протаскалась до тех пор, пока у меня ее не отобрали. По-моему, да, до тех пор, пока у меня ее не отобрали. Я такая, да... Спасибо. А чё вообще, зачем домкрат нужен был? Ну вот, теперь я знаю, зачем нужна была эта ручка. Not getting through here. No reason to. It's the wrong way anyway. Мне нравятся её глаза. Они такие ясные, такие чистые. Не знаю, прям какие-то... Я бы сказала, они искренние, но... У меня вообще, в принципе, вопросы к... You ever stayed in a place like this? The walls are so thin, you can hear everything. Love, hate, jealousy. Ты закончила? James? Is everything all right? Hey, you okay? It's like you froze for a second. Yeah, I, it's fine. Да, я, как говорится, я в порядке. Саня, ты в порядке? Ты в порядке, Саня? Hey, чё? Wrong way. We already passed the motel. Так я кушаю отсюда. Всё нормально. Я знаю, что я делаю. James? Да ты, конечно. Что ты, тварь, а? Вовремя я, конечно, стала это сохранить. Вот, меня еще и ударили. А там, как бы... Она, наверное, особо не благодарит.
chamber fika. Canyon restored. James, your wife, what was she like? Or is... Sorry, I'm not... That's fine. Why do you ask? Just curious. I'm not sure I want to talk about it. Oh, come on. You said we look alike. At least give me something. Well, she, she liked to play the piano. I'm not sure if you're really that much alike. Oh, I don't strike you as the pianist type. Let's just leave it. Sure, James. Мне нравится, как она к нему катит яйца, но Джеймс такой типа: я верный муж. Ничего не знаю. Я верный муж. И даже если мне очень сильно хочется, я верный муж. Что у вас тут за перекати-поле в ебаны? You know we're heading the wrong way, right? Yeah, I, just bear with me, okay? Whatever you say, big man. Something safe with you around, huh? Arrest for the wicked. Не, подожди, а тут же куда-то можно было залезть, по-моему. Да мне и этот надо получить. Ручку для домофона. Да возьми ты. А, ну вот. А, ну сейчас я получу леща. Those things. Yeah. Oh. Мать. А ты один? Давай, 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 давай. Бросай. Да, я же отодвинулась, ты гад. Стоять. А, так, сейчас там еще один. Так, с этим мы разобрались. Ручку этого получили. Сейчас я подхилюсь. Где там уже Жарина? А, она там. Да как бы не обязательно, просто она тогда может напасть на Машку, поэтому не хочется себя рисковать. Come on.
Окей. С этим разобрались. You think they're gone? No. Нет, мы сначала пойдем потрогаем эту дверь. What is it? Nothing. Just déjà vu. Вот это как раз та самая лестница, про которую я говорила. Вот это та самая лестница. Так, боулинг. Хотите пока почарли? Again. Ты давай тут не выступай. Мне надо. You know, I usually wait outside. I'll just look around the place. Why would I want to wait outside? I thought you might not want to. James, if you don't want me around anymore, you can just say it. No, it's not that. Just a stray thought. По-моему, это опять-таки отсылка на оригинал. По-моему. Стоять. Ну ладно, показалось. Мне показалось, что сквозь, вернее, не сквозь, а за шеей Джеймса видна прическа Марии. Но это... Again. А, чё, блин, нету, что ли? This town's full of monsters. Who could just sit here and eat pizza? Eddie, for example? I mean... Why not? Oh. Блин, мне патроны жалко, но я хочу сюда выстрелить. А, стоять. У меня же есть палка. Мне просто интересно. Не правда. Не, ну может быть, этим пистолетом-то и можно избавиться от этого всего дела. Так. Ладно. А я пасу какой пароль, вы чё? Я же вообще не пасу пароль, какой пароль. Так, ладненько. Мы уже как-то приличненько сидим. Наверное, будем уже закруглять. Сейчас мы добежим до этого. До общества. Здания сообщества. И вернемся в боулинг. А в следующий раз уже тогда продолжим. Продолжим беготню по Silent Hill'у, но уже с Машкой. Нашим неизменным компаньоном. Ты камень. Да. Я видела, что ты там. Я видела, что ты хотел меня ударить. I'm all for taking the scenic route. Locked. Yeah, has been for a while. You know what's in there? Not sure. I'm not even sure when was the last time anyone's been inside. Не, ну кто-то же по-любому заходит. А она все пытается меня вернуть обратно. Дига. Снова это ваш магазин Дига. Я помню, я даже до конца добежала. Но там вроде ничего интересного. Я даже не помню, там есть ли чем-то поживиться. Наверное, чем-нибудь есть поживиться, типа диалогом. Oh, yeah. Ты снова похожий на Джеймса, да?
ощущение, как будто, да, снова вроде бы в куртке и джинсах. Чтобы уйти, надо остаться. Чтобы уйти, обязательно надо остаться. Дело сделано. Он сказал, что все уже там. Там, где они когда-то были. 1787. Вы не встанете. Я не очень сильно соображаю, в чем прикол, но, скорее всего, это какой-то опять прикол с оригиналом связанным. Так, 1887 это похоже пароль к этому. Скажи. К сейфу. Сейчас, кстати, заодно можно попробовать. Мы же как раз тут в боулинге будем сохраняться, так что мы мне что раньше, что позже вообще не нравится. Так, давайте попробуем. Так. Ржавый ключ. Эй, куда его писать? Мне ее добыть не удалось и не удается, но я подскажу тебе, где ее искать. Она там, где помогают людям. На островке покоя среди моря страданий. Помни, что все это серьезно. Надеюсь, теперь ты это видишь. Жигурец какой загадочный. На островке там, где помогают люди. В больнице, что ли? Пока, Фаня. Ты чего там кряхтуешь? Ты пугаешь меня. Ладненько, на этом мы, пожалуй, будем заканчивать. Ну, во всяком случае, пока. В следующий раз мы побежим в другое special place. Уже то место, которое предлагает нам Машка. Вот. А на этом пока все. Всем большое спасибо, кто был вместе со мной, кто посмотрел это видео до конца, кто поставил лайк, тот вообще красавчик. Всем всего хорошего, не болейте, пока-пока.